Приказ от генерала Диаза. Три... Ragazzi, aereo nemico! Вернитесь в зону боев. Осталась половина наших войск. Захватили сектор. Мы захватили цель Аист. Мы захватили сектор. Защитите сектор от врагов. Мы захватили сектор. Половина наших войск.
Quartiere localizzato! Laggiù! Velivolo nemico, lo vedi? Questa granata è tutta per noi! C'è un bombardiere nemico! Зачистите сектор от врагов. Мы захватили сектор. Bombardiere nemico! У нас осталось 50 солдат.
захватили сектор. Зачистите сектор от врагов. Мы захватили сектор. Эй, веду бомбардиер немико! Атака захлебнулась, но этот бой еще не окончен. Если мы, как истинные итальянцы, соберемся с силами, то эти каменные стены рухнут, и империя падет. Нам в подмогу прибыл дирижабль. Вернитесь в зону боев. Вернитесь в зону боев.
Отправляйтесь в зону боев. Мы захватили зал. Зачистите сектор от врагов. Вернитесь в зону боев. Победный клич будет слышен по всей Европе. Мы наконец-то прорвались и захватили крепость. Теперь мы соединимся с войсками на Адриатическом побережье для последнего натиска. Победа итальянцев в горах означала, что линия Австро-Венгрии была прорвана и ее армии разделены. После этого бои переместились на юг к Адриатическому побережью, где силы империи вознамерились дать врагам последний бой.